эти деревья были посажены ровно год назад. В прошлом сентябре это были саженцы с открытой корневой системой. Что это такое, нам рассказали в фирме «Сады Зауралья». Эти деревья называются саженцами с открытой корневой системой, потому что продаются без какой-либо оболочки вокруг корня, без пакета и чаще всего освобождены от земли. Теоретически такие саженцы лучше сажать весной. Однако практики советуют поторопиться и высадить деревья по осени, и чем раньше, тем лучше. Осенняя посадка выгоднее тем, что посадочный материал плодовых приживается лучше. Ранней весной, как только земля отойдет от зимней стужи, а температура воздуха установится около нуля, корневая система нового деревца полностью окрепнет. Об этом нам рассказал главный агроном фирмы «Сады Зауралья» Николай Арефьев. Чем раньше посадим, тем растение лучше приживется. Что плодовые, что ягодные культуры. И к тому как времени, когда начнут распускаться почки и появляться листочки, корневая система заработает в полную мощь. Весной вам не потребуется постоянно ухаживать за такими деревьями, ведь они смогут расти самостоятельно и в срок принесут свои первые плоды. Главное, такие саженцы правильно высадить в грунт. После покупки корешки деревца нужно обновить, немного подрезать их концы секатором. Для посадки такого саженца необходима лунка размером 60 на 60 сантиметров. На дно этого углубления нужно насыпать небольшой холмик из смеси дерна с удобрениями. Далее следует расправить корешки растения, чтобы они ни в коем случае не перегибались. Остальная полость ямки заполняется обычной землей. Любой саженец состоит из трех частей – надземной части, корневой шейки и корневой системы. Важно закапывать саженец по уровню корневой шейки. После того, как дерево окажется присыпано землей, нужно его слегка встряхнуть, чтобы корневая система расправилась. Завершающим этапом посадки будет хороший полив. Главное здесь не переборщить. Обязательно также привязывать растение кольем на расстоянии 10-20 см от самого саженца. После того, как растение перезимует, можно будет рассчитывать на богатый урожай.